Я пришла в Академию груминга, потому что, во-первых, я люблю очень сильно животных, во-вторых, у нас уже имеется салон, и я бы хотела работать самостоятельно с животными. Первый день, когда я пришла, я не знала, как встать, у меня тряслись руки, вываливалась, все, собака вырывалась. Я уже, честно говоря, хотела улететь домой. Вот. Но сегодня 6-й день, и на самом деле я даже не собираюсь останавливаться, хочу пополнять свои знания. Я проживаю в Великобритании, к сожалению, у нас нет, я не думаю, что у нас есть такие профессиональные курсы, как Bonshiri, и я не думаю, что я нашла бы что-то подобное. Я специально прилетела в Москву, чтобы обучаться именно в Bonshiri. Мне посоветовали знакомые, друзья, и Великобритания тоже знает об этом курсе. Вот. И поэтому я надеюсь, что в дальнейшем у меня все получится. Я не надеюсь, я уверена в этом. Спасибо большое всем учителям и до новых встреч!